И когда-нибудь внуки узнают, что их дедушка с бабушкой познакомились именно на любви с первого взгляда. Ведут наше романтическое шоу Алла Волкова и Борис Крюк. Добрый вечер. Добрый вечер. Как всегда, перед сном мы с вами на любви с первого взгляда. На любви с первого взгляда. Впервые встречаются три девушки, три молодых человека. И иногда они ходят в ресторан, а иногда выигрывают наш главный приз – романтическое путешествие. Но по нашим правилам всегда все начинается с того, что появляются наши участники. Касается правил, то по нашим правилам сейчас Алла должна участников представлять. Но я хочу вам сказать, что мы сегодня решили нарушить наши правила. К нам все время подходили зрители и просили, чтобы кто-нибудь из несовпавших участников еще хотя бы раз попробовал поучаствовать в нашей игре. И мы решили провести такой эксперимент. Кто смотрел нашу прошлую передачу, помнит, что одна единственная девушка не совпала, и мы решили ее сегодня пригласить. Итак, Наташа, у которой там чего-то в рюкзаке, Аллочка. Большая шоколадка и любимый человек. Наташа любит путешествовать с большим рюкзаком, в котором лежит большая шоколадка и любимый человек. Лена призналась: я не современная, теряюсь, когда мне делают комплименты. Ната любит слушать признание в любви, для нее это источник хорошего настроения. И наши участники. Тимур, будущий кинопродюсер, любит играть на губной гармошке и слушать блюзы 60-х годов. Максим, директор модельного агентства «Слава Зайцев». Савелий убежден, женщина замечает мужчину по комплиментам, а выбирает по поступкам. Савелий, тебе понравилось? Что именно? Ну, ты так себе поаплодировал. Ну, я себе крайне нравлюсь. Меня просто удивило, откуда вы столько про меня знаете. Это у нас Аллочка, у нее существует специальное бюро расследований. У меня есть тайные агенты. Надеюсь, Ната, скажи, пожалуйста. Знаете. Ната, скажи, пожалуйста, а какие вот признания в любви ты любишь? Искренне. Ну, а что вот тебе нужно сказать? Много-много хорошего. Ну, чтобы у меня поднялось настроение. Тимур, скажи, а ты какие признания в любви предпочитаешь? Поэтического плана. Если не стихами, то чтобы это было поэтически. Ната, скажи, пожалуйста, а ты можешь, наоборот, сама признаться в любви первой? Да, конечно. То есть ты можешь молодому человеку показать, что он тебе нравится сама? Да, почему нет? Могу. Можешь, Савелий, а тебе нравится, когда девушка вот сразу тебе показывает, что ты ей нравишься? Мне только это и нравится. А, не сразу? Нет, не сразу. Он должен... А если она тебе не сразу показывает, тебе тоже нравится? А мне это уже меньше нравится. Почему? А ты считаешь, что женщина сама должна показывать, что ей нравится, а что нет? Нет, ну тут же разговор идет не о том, кто что должен, а кому что нравится. Савелий, а вот по каким поступкам женщина выбирает мужчину? По рыцарским. Ну, например, по признанию в любви. Победа в ресталище. И что, и у тебя, так сказать, был подобный опыт? Нет, меня девушки не любят. А я замечала, Тимур, ты хотел о чем-то спросить? Я бы хотел сделать девушкам комплимент. О, да, пожалуйста, сейчас. Кстати, вот у нас Лена стесняется, когда ей делают комплимент. Сейчас мы посмотрим, как она будет стесняться. За этим понаблюдаем. Тимур, с Наты начнем. То есть каждый? Я хотел общий сделать. А, общий. Давай общий. Я хотел бы сказать девушке, вы так милые и обаятельны, что мне будет очень трудно сделать свой выбор. Лена, скажи, а почему ты все-таки теряешься, когда делают тебе комплименты? Потому что ты такая теряющаяся девушка, очень скромная. Лене, по-моему, очень понравился комплимент. Ты совсем не теряешься. Ну, тебе нравится, когда тебе говорят комплимент? Нравится, но я еще и теряюсь просто тому же. Наташа, а как ты считаешь, а как девушка должна себя вести, когда ей делают комплимент? Сказать ему: продолжай, продолжай. Продолжай, продолжай. А я всегда считал, что надо
что надо говорить какао. Ну что ты, не стоит, так сказать, я не такая. Ну мужчины такие, если им сказать, да не стоит, молчи, он больше никогда тебе ничего не скажет. Ната, Ната, скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, вот надо выходить по расчету замуж? Я считаю, нет. А если нет возможности по любви выйти, то надо по расчету выходить? Все равно нет. Почему? Ну, а потому что ты потом все равно пожалеешь. Лена, а по-моему, когда все хорошо рассчитаешь, то, по-моему, как раз хорошо. Ой, любовь разве можно рассчитать? То есть ты считаешь, что только по любви? Конечно, только по любви. Только по любви. Тимур. Я думаю, что хорошо было бы влюбиться по расчету, а потом заключить брак по любви. Тимур, скажи, а вообще, в принципе, вот, например, за тебя можно по расчету выйти замуж? Что я могу дать? Ну или дать. Любовь, нежность, заботу, ласку. Девушки, ну, по-моему, это тоже можно рассчитать, да? Мечта. Это что же расчет, что мужчина, который может дать заботу и ласку, Савелий, а за тебя можно по расчету выйти? За меня? Да, вот что надо рассчитывать? Это я не знаю, на что надо рассчитывать. Ну как ты думаешь? Чего от тебя девушка ждет? Что? Чего девушка от тебя ждет? Так это у девушек надо спрашивать. Савелий, то есть если выходить за тебя замуж, то можно ни на что не рассчитывать, да? Я правильно тебя понял? Можно сказать и так. На одну любовь. Лен, ну неужели на Савелия нельзя вообще ни в чем не рассчитывать, а? Ну поддержи Савелия. Ну почему? Он такой надежный мужчина, мне кажется. Савелий, не стесняйся. Ната, если тебе сделают предложение, ты будешь с кем-нибудь советоваться? Буду только сама с собой советоваться. А с родителями не будешь? Нет, ну я, конечно, поставлю их в известность, но решать все-таки буду я. Наташа, надо с кем-то советоваться? Гадалкам ходить, например? Ну я посоветуюсь, наверное, с женихом. Стоит ему делать мне предложение или нет? То есть ты сама к нему подойдешь и спросишь? Да. Стоит хочет ли он делать? Как бы, да... Поженимся мы? Нет, как ты думаешь, вообще у нас все нормально? А если он тебе скажет, ну, давай не будем? Ну, подойду к нему еще через недельку, может, передумаю. Может, передумаю. Лена, а вот Татьяна Ларина по зеркальцу гадала на своего суженого. Ты будешь гадать как-нибудь? Кто Татьяна Ларина? Я? А зачем? Участница у нас такая была. Если я уже влюблена, зачем гадать? Зачем? А если нет... то я могу рискнуть. А да. Ты сегодня уже влюблена? Чуточку. Максим, да. А чем тебя можно приворожить? Да всем, чем угодно. То есть вообще абсолютно всем? Все, что есть у женщины, все мне понравится. То есть ты вот всеядный такой? Да. Я поедаю всех. И в том числе женщин? Да. Кровожадный очень Тимур. Чем меня можно приворожить? Да. Меня можно приворожить... стилем. Стилем? Стилем? Стилем. И каким стилем тебя можно приворожить? Мне очень нравится французский стиль. Французский стиль? То есть когда французский... А что ты имеешь в виду под французским стилем? Французский тип женщины. То есть ты в любви имеешь в виду, так сказать? Французский стиль любви, да? Романтично. Наташа, а ты вот представь себе семейную фотографию, на которой отражен счастливый момент, вот будущее твоей жизни. Вот такая ассоциация, образ. Вот что ты представляешь вот перед глазами? Нет, ну свою фотографию я пока не хочу и не могу представить. Нет, не хочу. То есть ты не можешь себе представить, какой ты будешь через 5 лет, когда замуж выйдешь? Ну, надеюсь, что такой же красивый и муж такой же влюбленный. Больше ничего пока. Лена, а что ты видишь на этой фотографии? На этой фотографии круглый стол, скатерть белая, самовар, чашечки. Идиллия, семейная идиллия. Да, я сижу с мужем, пью чай, и ну, детишки, ну пусть будет двое, ладно. И бегают детишки, да, на фотографии? Это же фотография. Ну, да. Это не видео. Да. А что? А у тебя что на этой фотографии? На фотографии?
Вы знаете, я как-то не могу себя представить через 5 лет. То есть замужем счастливый, ну, ты давай можешь через себя представить? Нет, просто я не могу, как это я через 5 лет, какая я стану, я не знаю. Вот я сейчас одна, а могу быть совсем другой, так что... Ну, это должно быть что-то веселое на фотографии, раз я уже 5 лет замужем. А что ребята видят на этой фотографии? Я вижу на этой фотографии себя, жену и кучу-кучу друзей. Чем больше, тем лучше. Скажи, и также их результаты. Скажи, а ты не боишься, что ты и много друзей на одну жену? На семейные фотографии? Да, могут быть друзья, подруги, друзей. Подруги, подруги, все... друзей, друзей, подруги. То есть ты считаешь, что счастье — это когда много друзей? Савелий. Да. А ты как вот представляешь себе такую? Чтоб я с гармонию. Чтоб семеро по лавкам. Жизнь. И печка стоит такая русская, и да? Печка. Савелий, возьми меня к себе жить. Я еще не женился. Мне тебя очень нравится. А у тебя есть такая? Ну, после такого шикарного ответа я представляю себе детский сад. Из моих внуков. Из внуков? Да. То есть, так сказать, как отец ты за себя не ручаешься, но как дед ты... Нет, я просто один не могу столько... Тимур, просто чтобы тебе было легче одному, я хочу тебе предложить девушкам вопросы задать, если ты хочешь что-то еще узнать. Хочу. Мне интересно, как девушки относятся к мужской ревности. Ну, если она умерена, то замечательно. Лена. Ну, плохо. Плохо? Да, плохо относится. Плохо. Будем подробно спрашивать, почему плохо? Лена никогда не дает повода для ревности, Тимур. Да, я никогда не подаю повода для ревности. Именно она так подыграла, так сказала, именно поэтому, так именно. Именно поэтому. Ната, как ты относишься к мужской ревности? Хорошо. Очень. То есть ты любишь, когда тебя ревнуют? Нет, просто если ревнуют, значит мужчина. И... Нет, просто я считаю, что он просто про себя должен, ну, как-то не показывать это, а вот внутренне так ревновать. То есть ты хочешь сказать, что если не ревнует, значит женщина? Нет. Если не ревнует, значит все равно. Ему. Все равно? Ему. Ната, скажи, пожалуйста, а у тебя есть к ребятам вопросы какие-нибудь? Или ты готова выбирать уже? Я не знаю. Я готова выбирать. Готова. Лена? Я свой выбор уже сделала. Наташа? Тоже. Какие вы решительные сегодня девушки. Прямо удивительно. Ребята, у вас тоже нет вопросов, да? Ну почему же? Можно, конечно, поспрашивать. Гармошку только отложи в сторону. Меня давно интересовал вопрос к девушкам, все никак я все стеснялся задать. А вот что для вас, девушки, в мужской внешности наиболее привлекательно и наименее привлекательно? Наташа. Ну, конечно, глаза. Они как бы отражают сразу всю сущность человека. Поэтому глаза, несомненно. А менее привлекательные? Да нет таких частей у мужчины. Наташа, я чувствую, что прошлая передача тебя подковала. Лена. Ой, ну, конечно, глаза. Я когда была маленькой, вот открою маленький секрет. Я подошла к маме и сказала: мама, ты знаешь, как я влюбляюсь? Она: как? Я смотрю у него глаза. Если у него глаза добрые, я сразу влюбляюсь. Ну что, это еще глаза, а конечно. А что вот тебе не нравится в мужчине, наоборот? Что не нравится? По-моему, вопрос был другой. Нет, Савелий спрашивал, и что нравится, и что не нравится. Что не нравится? Да-да-да. Во внешности, да? Да-да. Во внешности? Да. Что может не нравиться? Да. Ну что может не нравиться? Я удивляюсь. Тебя, Савелий, не спрашивал. Знаете, тут не внешность, а вот выражение лица, недовольное какое-нибудь, вот все. То есть, в принципе, лицо внешность... мужчине можно оставить, надо подправить чуть-чуть выражение. Вот так надо, Савелий. Понял. Понял. И Ната. Выражение лица? Нет, не выражение лица. А. Что тебе нравится, а что не нравится? Мне не нравится, когда они угрюмые такие, серьезные, надутые, когда у них тут брови... Ну, в переносице сводится, когда они так смотрят, так зло.
Вот это а нравится? А нравится? Ну, просто открытые люди нравятся. Открытый, нет, а вот Савелий, в принципе, спрашивал как бы внешние черты, ну, я да? думаю, что... Нормально, лицо, да? Да? Пойдет, ты все понял. Добро. Ты все понял. Девушки, ну, давайте выбирать. Тимур, хотите Максим, а хотите Савелий. Прошу ваш выбор. Ребята, теперь вам пора выбирать. Вот Наташа, а вот Лена, а вот Ната. Кого хотите, того и выбирайте. Прошу ваш выбор. Спасибо. Если вы хотите узнать, сколько пар у нас сегодня совпадет, смотрите нашу программу, а мы увидимся чуть-чуть позже. Светский этикет о визите к стоматологу. Если у вас заболел зуб, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Лучше обратитесь за помощью к специалисту. На приеме у зубного врача мужчина должен служить примером бесстрашия и хладнокровия. Прежде чем приступить, собственно, к лечению, стоматолог обязан создать для вас приятную и комфортную обстановку. Вот так. Или так. Или даже вот так. Опытный врач обязательно постарается убедить вас, что его действия не причинят вам боль. У доктора есть немало сильнодействующих средств для того, чтобы ваши зубы были здоровыми. Не знаю, сколько пар у нас сегодня совпало, но зато об этом знает наш компьютер. И я спрашиваю у него, компьютер, кого из этих трех молодых людей выбрала Лена? Тимур! Лена, почему ты выбрала Тимура? Когда я его увидела, мне показалось, что этот мужчина создан только для меня. Сейчас мы посмотрим, для кого создан этот мужчина. Кого выбрал Тимур? Наташа! Тимур, почему ты выбрал Наташу? Когда я увидел Наташу, я почувствовал стиль. И французский. Да, и как будто там оказался, в Париже. Наташа! Может быть, ты не обманешь наших ожиданий? Кого выбрала Наташа? Наташа, почему ты выбрала Савелия? Я никак долго не могла себе представить семейную фотографию, но с гармошкой это было замечательно. Может быть, Савелий кого-нибудь выберет? Кого выбрал Савелий? Почему ты выбрал Наташу? Ну как почему? За ее удивительную красоту. Я очень банален, но это так. Итак, одна пара у нас совпала. И совпала как раз Наташа, которая у нас участвует второй раз. Вы видите, что значит опыт. А сейчас мы узнаем, кого из этих трех девушек выбрал Максим. Нату, Максим, почему ты выбрал Нату? Она меня покорила своей нежностью. Спасибо ей за это. Ну, может быть, сейчас у нас будет вторая пара, кого выбрала Ната? Тимура, Ната, почему ты выбрала Тимура? Мне всегда говорили, что я похожа на француженку. Тебе говорили. Ну что ж, все-таки одна пара у нас сегодня совпала. Это Наташа и Савелий. Прошу вас, подойти ко мне. Ната, Лена, Тимур и Максим. У меня такое впечатление, что вы не столько не влюбились сегодня, сколько запутались в кого. Поэтому я вам советую разобраться в этом. До свидания, ребята. Счастливо вам.
Вот за этим компьютером мы узнаем, насколько хорошо Наташа и Савелий почувствовали друг друга. Чем больше ответов у них совпадет, тем больше у них будет шанс выиграть наш главный приз – романтическое путешествие. Наташ, первый вопрос тебе. Как тебе кажется, кого Савелий хочет в тебе видеть? Любовницу, подругу или жену? Савелий, напиши. А это какой-то такой странный вопрос. По-моему, и жена может быть подругой жизни. Ну и любовница, мне кажется, тоже может быть. Такой размывчатый вопрос. Размывчатый. Ну, но сейчас мы пишем. Его соберем и испарим. Ой, какой почерк у меня оказывается. Ну, как ты думаешь? Ну так вот, давай с тобой подумаем. Ну, вообще, как бы вот все ты... совмещается. Все совмещается. Ты знаешь, ну вот что все-таки совмещает в себе все? Подруга. Жена. Ну как же? Как же подруга жену совмещает, Наташ? Ну ты сама понимаешь, что говоришь? Ну ладно, давай дальше попробуем. Савелий, как ты думаешь, при общении с молодыми людьми Наташа предпочитает говорить, слушать или сплетничать? Говорить? Как ты думаешь, она любит говорить, слушать или сплетничать? Ну, конечно, хотелось бы надеяться, чтобы она побольше слушала. Правильно! Наташ, следующий вопрос к тебе. Как тебе кажется, что Савелия раздражает в женском характере? Я сам не знаю. Ты знаешь, есть один интересный такой ответ. Он, конечно, парадоксальный для мужчин. А вопрос можно еще повторить? Да, вот что в женском характере раздражает? А может быть, варианты какие-то, нет? Ты знаешь, нет вариантов, потому что он как настоящий рыцарь. Он считает, что... Ничего, наверное, не правильно! Четвертый вопрос. Савелий, как ты считаешь, что Наташа ценит больше всего в мужчине? Что Наташа больше всего ценит в мужчине? Савелий. Савелий! Ну? Что? Савелий. Может быть... Савелий. Наташ, как ты думаешь, если вы поссоритесь, кто первым попросит прощения, ты или Савелий? Если вы поссоритесь, кто первым попросит прощения? Как ты думаешь? Савелий, наверное. Наверное. Правильно. И последний вопрос. Савелий, как ты думаешь, кто из вас более ревнивый, из вас двоих? Вот, Наташ, как ты считаешь? Напиши. Я пишу. Как ты думаешь? Кто? Я. Правильно! Так вы на 5 вопрос ответили правильно, и у вас прекрасный шанс выиграть наш главный приз «Романтическое путешествие». Итак, перед вами экран с 6 сердцами, там 5 прекрасных призов и замечательное романтическое путешествие. Савелий, ты будешь стрелять? Я. Следи внимательно за секундами. У вас 5 выстрелов. Прошу, ваш первый. Вы решили, куда теперь стрелять? Да. Прошу, я второй готов. Выстрел. Вы договорились, куда стрелять? Нет, это как само собой происходит. Само собой. Прошу, следующий выстрел ваш. Давай, давай, родная. Почему не жмется? У вас еще 2 выстрела. Прошу, ваш 4-й выстрел. Вопреки
вопреки проискам нашего компьютера, вам удалось выиграть романтическое путешествие. Я надеюсь, что и у меня есть небольшая заслуга в этом. Я вас поздравляю, пройдите к Аллочке, она вручит вам билет в романтическое путешествие. Те, кто верит в любовь, с первого взгляда всегда побеждают. Поздравляю! Мы дарим вам сверхлегкую видеокамеру, чтобы вы сняли это путешествие. Уважаемые телезрители, как видите, у нас эксперимент с Наташей удался. Со второго захода. Такого не бывает, чтобы со второго захода нельзя было влюбиться с первого взгляда. Я считаю, что такого не может быть. Савелий, я тебя поздравляю. Спасибо, я считаю, Борис, что тебе просто в этой жизни повезло. Да, и во многом я благодарен именно вам. Спасибо, Савелий. Спасибо. Подаришь гармошку? А ты меня, кстати, обещал взять свою семью. Только когда сфотографируюсь с гармонией, ее подарю. А семьи пока нет. Счастливого романтического путешествия вам, ребят. До свидания. Приходите на программу «Любовь с первого взгляда», и вы почувствуете себя рыцарем рядом с прекрасной дамой. До свидания.